Еще в прошлом году начался эксперимент по обработке улиц реагентами. Он показал себя хорошо. В этом году число улиц, которые будут обрабатываться противогололедными реагентами, увеличится. Расход нового материала порядка где-то 50-80 грамм на квадратный метр. А расход пескосоляной смеси от 180 грамм до 200 грамм на квадратный метр. То есть, соответственно, это в разы меньше. Вот. И еще одно немаловажное условие – это сбор того же песка, отработанного весной. То есть задействуется много техники и людей. Соответственно, после применения материала нового это все не используется. Сейчас вы видите мешки с реагентами. Здесь порядка 107 тонн. Это сухая смесь. При использовании она будет растворена в воде. Реагент работает при достаточно низких температурах, при которых пескосоляная смесь не справляется. Будет посыпаться центральные улицы, то есть вот такие улицы, как Целковского, Ленина, Свобода, Соборная. Учтите, то есть спуски-подъемы все равно будут обрабатываться пескосоляной смесью, потому что пескосоляная смесь, так называемая ПСС, это фрикционный материал. Если в этом году использование реагентов покажет себя хорошо, то на следующий год их планируется закупить в большем объеме. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».